привет! Вы любите пиво? Я, например, не очень, но зато я люблю делать масочки для лица с пивом. Вы спросите, как это? А я вам сейчас все расскажу. Так, девочки, наша масочка для жирной кожи, склонной к образованию угрей. Для нее нам понадобится пиво, 1 чайная ложка меда и 1 чайная ложка лимонного сока. Так, все, наша масочка практически готова. Теперь нам нужно это все подогреть для полного растворения меда. Если вы перегреете ее, немножечко остудить для комфортной температуры и наносить на лицо на 10 минут. Только, пожалуйста, не забудьте перед тем, как использовать эту маску, сделать тест на аллергию, потому что здесь есть мед. Помните, да? На сгибе локтя наносите мед минут на 10 и проверяете, если нет покраснений, высыпаний, значит, масочка вам подходит. Вот и я. Масочку я свою разогрела. Такая вот теплая, приятненькая. И наношу на кожу на 10 минут. Вы знаете, аромат классный, мед, пиво, ой, в общем, она водичка такая вот, на 10 минут, вот так вот, кстати, девочки, напишите мне в комментариях, вы маски из пива делаете? Запах мне нравится. Запах пивка, медка. Класс. Такая приятная. Так, все. Нанесли масочку, оставляем на 10 минут. И встречаемся с вами, делимся впечатлениями. А вот я смыла свою масочку. Хочу напомнить, что масочку мы держим 5-10 минут, затем смываем тепленькой водичкой без мыла. Итак, расскажу немножко о своих ощущениях. Как только я нанесла масочку, почувствовала легкое пощипывание за счет лимона. Затем масочка очень быстро впиталась, и на коже образовалась тоненькая липкая такая вот пленочка. Ну, вот, в принципе, и все. После этой маски моя кожа посвежела, помолодела, ушел жирный блеск. Советую, девочки, быстро, просто и реально классно. Но у меня на сегодня все. Поддержите, пожалуйста, меня пальчиком вверх, подпиской. Мне будет очень-очень приятно. Я буду знать, что вам нравится. И буду радовать вас еще больше всякими классненькими полезными рецептиками. Ну а с вами была Наталья. Я с вами прощаюсь ненадолго. До новых встреч. И всем пока-пока.